были замечания по озеленению, по разметке, по качеству своего асфальтового покрытия. Он обязуется до конца мая месяца все эти недостатки устранить. Но есть риск опять не исполнения того же графика, о котором он подписал. Вот сроки вы видите 25 мая, если там шумозащитное ограждение, светофорные объекты мы уже выполнили, а озеленение выполнено, остается это устранение дорожного покрытия. Вот сегодня, к сожалению, к устранению ничего не приступал. А объем целых 5000 квадратных метров. Объем сколько километров? Или метров в длину? Ширина сколько дороги? 45 метров. 14 метров ширина полотна и где-то километр 700. Километр 700 длина, да? И на всей этой надо поменять асфальт? До 25 мая? Не на всей, выборочно. Ну так вы скажите выборочно или сколько? Ну мы же спрашиваем конкретно, сколько. Сколько объем? 45% от того полотна, которое он выполнил. 45%. То есть километров сколько вы сказали длина? 1,7. 1,7, 45% это получается где-то 780 метров. Ну как вы думаете, вот здесь же специалисты сидят, возможно ли до 25 мая это сделать? Тем более, что на сегодняшний день, к сожалению, он технику пригнал, он так и начал работать, даже по снятию покрытия старого, ну, старого, а тот, который уже строил. Поэтому, штрафные санкции, все, что необходимо, здесь мы работаем. Андрей Викторович, надо не штрафные санкции. Кто у вас отвечает на дороге в правительстве вашем, ну, и в администрации? Кто на дороге отвечает? Администрация зависит. Заместитель главы администрации. Ну, наверное, надо жить на этой дороге, вам самому. Так и делают. К сожалению, значит, надо составить ежедневный график, сколько сделано за день. Если вы поймете, сколько сделано за день, вы поймете, когда он сможет выполнить свою работу. Если там в течение трех дней ничего не делается, значит, надо разрывать. От того, что вы досидите там до 25 мая, до 1 июня, толку не будет никакого. Если делается работа, даже пускай создаванием графика, но это, по крайней мере, мы понимаем, что закончим работу. А если вообще работа не делается, тогда что мы ждем? Ну, я думаю, мы этому вопросу посвятим отдельное. По дорогам будет отдельное совещание. Подчеркиваю, что, к сожалению, только 8 стрим, 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 8 ст